have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, это Туника, тут гавайская музычка играет, на нас напала птица какая-то. О, кстати, сокращалка сверху на стене, видите? Решил я не останавливаться на достигнутом, записать сразу же еще одну серийку, не знаю, пока что идет. Вроде как меня бомбануло с босса, но поиграв дальше, я немножечко обрел дзен, смирился. Вот, и сейчас все довольно неплохо. Если у меня глаз перестанет дергаться, то я, в принципе, могу даже дальше играть. Пока я смотрел в трубу, меня чуть не слили в трубу. Крабики. Крабики такие себе ребята, правда, их много. Они быстрые и их много. Да, это их основная фишка. Я могу пойти сюда. Почему? Ну там же есть... А, ну там стена мне не дает пройти. Хорошо, понял. Опять эта птичка, не знаю, они выглядят безвредными, что ли. У-у-у, а ты кто? Серьезно, это просто... Стойте, погодите. А что за богиня? Ладно, я могу пойти вверх, могу пойти по стреле вот этой. Давайте я вверх сейчас пойду. Прикиньте, если птички взрываются нафиг. Мне как-то... Магия от чего-то восстановилась только что. От убийств, что ли, каких-то? Грибы. Да. Могу пойти сюда. О, я могу там лесенку поставить, да? Это будет шорткат. Оп. Да. Отличненько. Я все равно пока что не хочу отдыхать. Потому что, боюсь, это бешеная птица восстановится. Ну, в смысле, боюсь, она восстановится. Ох ты ж! Их, в принципе, можно заспамить, но они откатываются, и ты... И, у тебя не получается их второй раз ударить. А чем это место так примечательно, вот эта вторая часть? Ну-ка. Тут я вроде никуда не могу... Вот здесь могу. А, есть вторая стрела, по которой могу пойти. Ну ладно. Поспамили немножечко. Вон туда. Хочу туда. В принципе, жалится, но в принципе не очень сильно. Ключ нужен. У-у-у, понял тебя. Хорошо. Найдем ключ. Это уже третий ключ, который... Ну, типа, третья дверь нам встретилась. Погоди. Не все так просто. Погоди. Я думал, это тупичок с сундучком. Два раза, блин. Что, извините? А я тут уже не отображаюсь, да? А, лягушачье владение, это вон та лягушачья голова. А, так я там сейчас? Вполне возможно. Погодите, я еще эту луку не исследовал. Да, видите, это лягушачья голова огромная. А вот и ключик, здравствуйте, нашелся, родимый. Я, короче, похоже, случайно что-то крутое сделал. Да, такое бывает. Сам удивлен. Тарит,
Бутылку, кстати, за 1000 продавал. Интересно, сколько будет стоить следующая бутылка? А туда как попасть? Вон туда, вниз, к сундучку, видите? В смысле нет? В смысле нет? Это какая опция сейчас была не взять такое? А, это... Это знаете, по-моему, откуда можно было пройти? Ага, видите? Сейчас, если я не ошибаюсь, попробуем. А, там... Я думал, вон, вот тут вот под мостом как-то можно пройти. А тут как-то немножечко не так все, подождите. Пойдемте дверь откроем, какая разница, ключ-то к этой двери все равно. И вот на нижний луч еще нужно будет сходить посмотреть... Что там, для чего? То есть у нас есть переход уже в следующую локу, у нас есть практически неизведанное. Это лока, оно взрывается. Ёлки-палки. Просто уничтожитель галактик какой-то. Да, давай, открываем. дайте мне пушку какую-нибудь, дайте мне что-то классное. Дайте. Деньги. Ну, это хорошо. По крайней мере, теперь я вижу смысл в деньгах и куда их тратить. Я что, упал? А почему там я могу упасть? Ладно, забейте. Треть фляги. Треть фляги найдена. И вот тут у нас шорткатец открывается. Супер просто. По-другому бы я сюда никак не попал, видимо. Окей. Я мог это просто... Погодите, я мог это просто обойти? Не открывая золотым ключом дверь. Ах вы... Вот это хорошо приныканный ход. Серьезно, я бы его не нашел. Так, я сейчас вот тут. Там есть лесенка. Мне бы вот сюда сходить. Ну ладно. Похоже, тот луч, который мы видели первым, мы на него последним попадем вообще. Мне это не нравится. Чё-то не знаю, я его так испугался, а он взял и умер. А зачем? Я думал, он типа такой большой и сильный. Погодите, а зачем это здесь? Да? Тут ходов припрятано. Я просто офигею с этого. Так, по вот этому лучу пойдем, да? Сюда вот вроде как нам надо. Я не знаю, что мы вообще тут забыли и что мы тут делаем. Зачем нам сюда? Как-то вокруг... О, там телевизор! Видите? Вон сейчас из стены вылетит. Или только когда я выше подымусь. Тут
Да я пройти не могу. А куда? Сюда могу. О, как запутано-то все. А ну вы заметили, не всегда можно различить, как правильно. Ну, телевизор, вылетай. Я с той стороны никуда не попаду. О. Так, это я понял. Тослись. Вот сюда, сюда, сюда и вот сюда. Для этого сундучка. Сотня. Неплохо. Прям сотечка приехала. Ага, а сюда дальше мы пройти не можем. А тут никакого не шорткатится, ничего не будет. Да, можем сюда. Супер. Гляньте, оно повреждено. Да, такое мы в канализации уже видели. Огромный крабец. Молодец. Так, еще один шорткатец. Я понял, в чем его слабость. То есть он, в принципе, в броне. Там я очень удачно к нему в первый раз, видимо, подлез. Последняя баночка осталась. Тоска, печаль. Они меня убьют? Молодец. Так, пытаемся маневрировать. Фиг. Блин, как вот... Ага, два раза. Их две. Они еще и с разных сторон. Есть! Хотя бы одна. Хотя бы одна уже. Да, фиг ли ты от него отпустился-то? Фух, вот это стрёмно сейчас, ёлки-палки, как стрёмно было. О, это можно открыть. Ну, в принципе, врата. Чё, написано же было, врата. Я сейчас сдохну нафиг. Не хочу. Нужно здесь... Ага, вон куда нам. Они меня вполне могли зажать. Ну, то есть, прям серьезно. Разбрасываюсь динамитом. Жаль, конечно, жаль. 25. Сколько у меня денег? 855. В принципе, нормально. Я там на 200 скупился динамитом.
Чё за лаги? Валим. Вообще все фигово стало. Так, а сюда что? Я куда-то в какую-то воду упал. А, это просто кругаля, а там ничего нет? Ладно, посмотрим. Страшно, очень страшно, если бы мы знали, что это такое. А мне еще вот эти два кусочка доисследовать. Но мне уже хпшки не хватит. Типа, я не знаю, что еще будет, я уже и так перестраховываюсь. Но те две птицы мне, конечно, поднасрали. Фух. Иди ты к черту. Я же сказал, телевизоры вылезут. Куда они только повылазили. Летающие враги — это вообще что-то, а еще когда их по два. Там, видите? Вон тот сундук возле врат. Сейчас я туда быстренько схожу. Я не знаю, врата-то я открыл, я же них не прошел. Вот это красное мерцание вокруг, конечно, не очень. Так. Что, если мы сюда пойдем? Ну, то есть она меня может как-то повредить. Прикиньте, она меня убьет сейчас. А, погодите, я, кажется, понял. Если мы вот здесь... Угу. Так, сюда попадаем. Похоже чем-то. Посмотрим. Тот самый луч, по которому я хотел пройти. Тогда. Врата у нас тоже шорткат. Давайте попробуем мимо этой птицы прокрасться, если получится. Нет, пока что больше всего напрягает.
Странно, что тут телевизоры повылетали, а там нет. Там я видел тоже в стенах телевизора, но они... И вон телевизоры в стенах тоже. Погодите, тут вообще что-то жесткое творится. А сюда можно попасть только тут. Так, ну по идее вон тот перец, он не должен ходить. Хотя кто его знает на самом деле. Что он там должен? Он какой-то проход что ли охраняет? Ты кто такой? Ладно, 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 ладно. Я вас понял. Мне нужно вот этот шорткат открыть. Во что бы то ни стало. Не, чуваки, вы идете лесом. Ладно, не идете. Я вас сам пошлю. Две течаги тупорылые. Меня пока что это больше всего тревожит. Так, а вы за мной... Прям гоняться будете, да? Мне не надо, чтобы вы за мной гонялись. Мелочь. О, они этих. О! Хорошо. Так, только не убивай меня. В принципе, это выход. Тащить их сюда сразу на взрывных. И тут убивать. Так, ладно. Мне главное шорткат открыть. Надо быстро туда как-то пробежать и активировать шорткат, потому что, ну, там прям жестко. Я не уверен, что я хочу прям со всеми ними драться. Так, давайте еще одну бутылочку. К черту, я хочу быть фуловым. Вот эта птица меня сверху немножко насторожит. Я не знаю, что она там и почему она там. Так, Sentinel. Он там тоже не просто так. Он охраняет проход, через который я хотел бы пройти. Этого мы ушатали. Вон я, кстати, сверху. Да ну, блок же ж нажми. Ну почему ж не нажимается? Ай, блин, бесит. До того же места дошел. Чувак меня просто к себе подтянул и все. Ладно, значит, птиц тащим к тем взрывнушкам. Серьезно, мне сейчас вот это вот от крабов отхватывать? Куропаток тянем к взрывнушкам и пробуем их жахнуть там. Ну, типа они сами их будут дамажить, мне главное просто дойти до туда. Идите нафиг.
У них не хватает рейнджа. Получаем одну птицу на пол хп. Ты недоставучие твари. А это все мое. Пока что не знаю, птицы меня очень сильно бесят. Один из самых бесячих соперников. То есть до этого были крокодилы, которые меня бесили. Они были типа сильные, их было много. А сейчас еще и птицы. Они вот прям... Ничего не скажешь. Кроме как... Так, если что, просто считуемся. Ну... Подтаскиваем. Да ну возьми же ты! Блин, это просто какой-то замкнутый круг. Говорю, возьми тень, поставь щит, сделай хоть что-нибудь, клацай, блин, все 35 кнопок подряд. Нет, блин. Ладно. А что если вообще не буду трогать птиц? Ну просто не буду. Я наверное, сейчас подохну, да, там с этого? В принципе, они же меня просто не догоняют. Видите, они мне крабов убили за мной, которые ехали. Надо бы за деньгами вернуться. Хватит спамить! А, вон и телевизоры высунулись. Да, иди ты! Ой, не. Почему ты сейчас решили телевизор высунуться? Нет, короче, птичек нужно бить. Птичек нужно бить, это не вариант. Я тупо туда дойти не могу, офигеть. Так, там деньги я потерял наверху, значит. Хорошо, черт с ними. Птичек нужно взрывать. Об каких-нибудь других мобов. Меня зеленые эти напильники сильно раздамажили. Да идешь ты. Но они меня просто спамят. Что я могу сделать? Они сейчас еще это... Давайте, бах. Ладно. Первый раз после босса я стал терять цен. Я все-таки открою этот чертов шорткат, сейчас пойду. Не знаю, как это получится. Уйдите от меня. Все просто. Я начинаю беситься. Не трогайте меня. Нет, ребята, это за гранью добра и зла уже, погодите. Так, это похоже на какое-то опять проклятое кольцо, то есть это нужно так по одному их зачищать. Короче, ребята, я опять врубил бессмертие. Просто добежать туда, ну серьезно, мне тоже начинает доставать, когда ты по каким-то глупым причинам
Я не буду фармить, чтобы у меня не было денег с этого бессмертия и всякое такое. Но просто по каким-то глупым таким вот причинам не можешь просто куда-то добежать до определенного места, сливаешься на чем-то. Ну, блин, не знаю. По-моему, это лишнее. Может, я уже просто потустал, серьезно. Потому что я сегодня бился с боссом, я сегодня записываю уже вторую серию. Вот смотрите, смотрите, что это. Что эти спамеры делают. Это я. Сколько у меня денег? Почти штука. Не-не-не, я не про это. На. Телевизоры появлялись. Можно бы, кстати, так, черт, пока бессмертие, можно и вот этого чувака попробовать. Видите, сюда можно просто пройти. Я потом сюда уже не полезу. Так, тут какое-то вино. Все равно не знаю, что это такое, как этим пользоваться. Все, вали отсюда. Я его так и не убил. То есть туда можно было пройти просто под щитом или что-то такое. Давай, тащи меня к себе. Угу. Бесячая зараза. Хорошо, минутку. Выключили бессмертие. Теперь можно поисследовать дальше, потому что это новая территория. Это такой же, да? Угу. Два раза тебе в хобот. Ну, вы меня поняли, да? Я вдруг что подумал? Я увидел, что тут эта жаба ходит. А вдруг он бы меня смог притянуть сюда, если бы он меня смог атаковать? Ну, прикиньте, как бы было бы круто. Они же притягивают своим языком. Так как мне теперь сделать, чтобы оно сюда подошло? Хм. Вот это был бы шорткат. Я что-то поздно об этом сообразил. Вдруг увидел, что жаба ходит на том берегу. Ну, то есть, вы понимаете, мы сейчас находимся вот здесь, а нам нужно как раз туда. Если жаба нас притянет, это будет прям тема. Ну, иди сюда. Нет, это что-то за гранью фантастики. Ладно, тогда. Народ, прикиньте, а вот тут вот где... Лягушка была, только что от телевизоров отбивался, я заскочил сюда. А тут можно вот так пройти. Вот как раз там, где все эти жабы. За этой стеной можно пройти. Вот как... Что? У твари. Все это время был проход. Я все это время бегал, а тут все это время был проход. А я бегал через птиц. Хорошо, хорошо, спасибо, разработчики. Нет, ну серьезно, я не могу на них злиться. Да, с одной стороны, они делают так, что меня бомбит, с другой стороны. Лягушаторы, подымите меня. Тут вот это заход, да? О, спасибо. Да-да-да. У вас тут особенно двое. Да, я на бессмертии, если что. Просто я сюда доходил и... Угу. Да-да-да-да-да. Ну, я не вижу просто смысла настолько себе нервы портить. То есть, так, минуточку, вырубаем.
Идем в настройки, в спецвозможности, без проигрыша. Выключаем. Поехали. Фух, там все это время был шорткат. Офигеть просто. Игра, что ты со мной делаешь просто? Ну вот как? Я не знаю, что с этими серваками делать. Их вроде как 4 штуки, да, они есть. Я себе делаю для них доступ. Туда никак? Никак. Я себе как-то организовываю для этих серваков доступ, чтобы я мог как-то туда попасть. А зачем мне это? Фух. Прикиньте, вот тут. Это просто пиздец какой-то. Вот тут. Разработчик, прекрати, что ты делаешь? Ну ладно, хорошо. Во-первых, скорее всего, меня могла отсюда жаба утащить, если бы я раньше об этом подумал. Во-вторых, тут в самом деле есть короткая дорога, и не надо каждый раз бежать через голубей. Я не могу ничего с этим поделать. То есть сначала мне какая-то ситуация ужасно бомбит, а потом разработчики: «Эй, чувак, можно было так?» Я такой: «О, черт». И, в принципе, на этом конфликт исчерпывается. Есть еще вон тот сундучок, к которому я не знаю, как попасть, хотя 100 пудов есть пути. Ну, блин, просто здесь столько нычек и столько... Интересно, как туда попасть? Не, ну, хорошо, туда и... Ладно. Нам... Вон показывается, что вроде как из-под моста туда можно пройти, видите? Но я не вижу там прохода. Мне говорят, что вот тут вот как-то из-под моста можно... Может, вон там можно как-то пройти? Давайте секундочку сходим. Тут, ну, буквально подойти и выйти. Блин, там турели не будет, надеюсь. Или там как раз и есть турель. Сейчас посмотрим. Вон крючок, на который можно будет зацепиться. Не, вроде как тут турели нету. Просто хочу чекнуть, если там можно пройти по берегу, по кромочке. Я не знаю, зачем я его убиваю. Нет, видите, меня сюда не пускает. Хотя вроде как, вон тут, вон там как-то... Вот это я пробовал взрывать. Может, вот это? Оно на склоне, оно не взрывается. Я только что потратил 2 динамита. Ладно, 1 динамит, потому что они мне, скорее всего, вернут. Но это все равно ни разу не весело. А с другой стороны, я там никак нигде не пройду. Потому что меня не пускает. То есть, теоретически, по карте показано, что я могу туда попасть. В принципе, даже показывается, как я могу. Возможно, вот эта штука, кстати, что-то как-то где-то изменит. Ладно. Давайте тогда на этом заканчивать. В следующий раз мы пойдем, я думаю, что в Жабье Королевство. Потому что, ну, я здесь покрутился, я здесь все пооткрывал. Под конец немножко с нервами, да, согласен. Но не суть. Мы можем пойти потом в лягушачье вот это вот кряканье. Зачем нам эти серваки, которые мы здесь пооткрывали? Ну, у нас тут, по крайней мере, есть доступ ко всему сейчас. Все шорткаты, которые можно было открыть, мы открыли. Мы можем попасть к любому из этих серваков сейчас довольно быстро. И вот здесь, и вот здесь... Здесь вроде тоже не было проблем, там нужно чуть вокруг побегать, но в принципе доступно, и к этому тоже. Поэтому пойдем в лягушащика, вот, лягушащие владения. Смотрите. Так, это 7? Вопрос, или это 4? А, там 4 крючка, наверное, просто. Тут можно вот так, тут можно вот так. Наверное, в лягушачьих владениях мы получим какую-то
Вот, волшебный шар, смотрите. Который сокрыт здесь. Решетка. О, там какие-то боты будут. Выглядит стрёмненько. Так, личинка слёрмяка. Драться еще как следует не умеет, но все равно пригодится. Носит хорошую броню, всегда пытается ударить 3 раза. Понял. Все еще учится, нападает по очереди. У взрослых на языке есть крючки. Это вот этот нас притягивал, значит. Мы сталкивались с вот этими и вот этими. Вот этих я еще не видел. Со щитами какие-то прям жесткие ребята. Ну, видимо, да. В следующий раз мы идем сюда. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.